И бугагашеньки всем! С вами канал Ржоп, меня зовут Артём. И я... А чё она так фризит? Нажмите любую кнопку пропустить. Вот. Короче. Я решил в Омерике, блядь. Омерике. Я решил поиграть в симулятор. Симулятор это у нас ломбарда. Молодежь, прости, сипой. Наш генератор сдох. Тащи акум из пикапа. Ща починю. Ща как поработаем. Отпуск близко. Так, что у нас тут получается? Управление, движение, крауч. Это что такое? Вращать. Это я взял. Нести, бросить, приблизить, отдалить, QE повернуть. Ага. 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 Ладно. Так, взаимодействовать на мышку. Обучение. Добро пожаловать в Барнфелдс ЛТД. Заберите аккумулятор из багажника, положите в генератор, используйте свой компьютер, чтобы искать работу и путешествовать... По Америке. По Америке. У нас перевод просто отличнейший. Так. Это... А можно я в другую сторону их открою? Вот так вот. Красиво, что было. Так. Что у нас тут есть? Это что, сюда? Нет энергии. Чтобы открыть багажник. А, во. А, он уже взял его. Нормально. Так, а где генератор? А, вон генератор. О! Это что, сюда? Почта. Привет всем охотникам за старьем. Можете подсобить старому другу. Я слышу, что в старом добром красном амбаре до сих пор валяется... Оленишка-шалунишка. Поищите его для меня. Заплачу, если найдете. Благодарствую. Миг. Принять заказ. Барный центр. Так, это мы здесь, да? Нам нужно сюда. Путешествие. А у нас нету. А у нас нету ни хера. А у нас нету ни хера. А где деньги взять? Алло. А где деньги взять? Это починить. А мне нечего даже продать, да? А где этот? А что надо сделать-то? Отправляйтесь в красный бар, ищите оленишку-шалунишку. Так, блин. А, блин, у меня денег-то нету, мне нужно ведь... Мне нужно где-то, конечно, с бензином, походу, найти, да? Нет? Эй, дядя Билли, дядя Билли. О, канистра. О, канистра, нормально. Канистра газа, не бензина, газа. Это что такое? Out of order. А, ладно, это что такое? Ступа? А, это урна, ёптить. Ну что, пойдем, посмотрим, что у нас здесь, что к чему. Бензин я взял, значит, поехали. Барный центр. Все, путешествие, поехали. Ой, как она фризит. Ужас. Загрузка идет ужасная. Просто вообще почему так? Ничего не понимаю. Игра сама нормальная, а вот меню загрузки, ну эти загрузочные. Как их правильно-то сказать? Загрузочные ролики, они прям вообще почему-то очень-очень плохо-плохо грузят. Я не понимаю, почему. Дядя Билли, твой самый старший дядя. Ага, добрый вечер. И что я здесь должен найти? А, здесь я должен найти оленишку-шалунишку. Красный амбар, гнездышко Дуэйна Джонса. Ну что, поехали.
Обучение зрителей заброшенных амбаров. Ваша работа как охотника за старьем заключается в поиске требуемых предметов. Обращайте внимание на крутые ценные предметы, их можно продать в своей лавке. Ищите дополнительные предметы и секреты на картах. Чё, чё, чё? Ну и ну, знаменитый красный амбар, нужно... Чё, я не успел за тобой, пошёл нахер. Разговаривай. Я не успел увидеть, что это такое. Я не успел... Я не успел понять, что это такое. Эй, чё? Чё? Зуб поголовый какой-то. Чего? Чего? Они какие-то залупоголовые. Плакат. Плакат какой-то. Опа. Улучшение пола теперь в коллекции. А как взять его? А, так надо. Волк какой-то. Ага, прыгаем. Прыгать мы умеем. Так, в амбар мы не пойдем. Сначала мы здесь все обойдем вокруг амбара. Все. А это что, продается? Так, дровишки мне не надо. Дровишки для шишки. Опа. Бумага туалетная. А как мне? А как мне ее забрать, слышь? А, здорово. Улучшение стен. А, еще стен. Подожди, а мне же надо как-то забраться и туда. Подожди. Ага. А давай-ка мы, знаешь, что сделаем. Эй, тихо! Не фризи. Стоп, стоп. Мы сделаем сейчас по красоте. Подожди. А, я же могу крутить его, ёпин, блин. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ну чё, давай. Всё, вот так вот. На. Не. Давай. Давай. Во. Вот так пойдет. Не вижу. Во! Попробуем с крыши на крышу, да? Эй, ты чё? Ты чё скажешь, пиздюк? Давай, опа! Эй, ты чё? А чё ты скользишь? Ты вообще плохой. Во! А мне допрыгнуть надо до тебя теперь. Во! Ха! Хе-хе-хе, звуки страшные, блядь. Звуки пердежа, блядь. Так, что у нас тут еще есть? Так, это мусор, я так понимаю. Это мы продаем. Так, на шифте мы бегать можем, да? То есть... Ага. Вообще, фризит жестко. Пойди, еще здесь мусор где-то лежит на территории. А, вон лежит, ага. То есть я это беру. Закрыто. Класс. Класс, значит, мне надо с другой стороны обойти его. Так получается, да?
Ого-го. Так, это. Вон еще бутылочка. Так, иди отсюда. А, веревка. Веревка тоже подается. Тихо. Матрас. А, это мы забираем. Ага, хорошо, забрали, продадим. Так, тут, а как, да, через это что ли идти? Телевизор продадим. Ящик в сторону. Фотография. А что если сделать? Я не могу ее себе взять. Так, здесь пусто. Это забираем. Бензинчик. Бензинчик лишним не будет. Здесь что? Больше ничего нету? Нету? Нет ключей. Мне нужно найти ключ, что ли? Ну, кшик. Где ключ надо найти? По-любому где-то на стене висит. А, вот, здоров. Я думал, на стене висит. Так, что тут такое? О, плакат. Добрый вечер. Свечка. Это трава, это ничего. Только брысь. О, мотоцикл. А чё, он не целый ведь? Двигателя нет, колес нет. Интересно. Интересно. Типа мы его собирать потом будем. Так, дайте мне пройти здесь. Ебать, он страшный. Ваня улыба. Так, ну что, наверх. Пойдем наверх. А, он сам забирается. Баба резиновая. Хорош. Дядь Билли. Дядь Билли, я тебе развлечение нашел. Страница комикса. А, вон олень. А как мне туда? С прыжка? Так, искомый найден предмет. Хорошо. Все ли я здесь облутал? Наверное, все, пойдем. Вроде все. Я не понимаю, почему фотографию нельзя брать. Теперь можем вернуться в ломбард. И что за хуйня? Интересный человек. Выставка образцов, большой потенциал. Я буду появляться случайным образом. Чего? Чего? Теперь в открытых амбарах будут появляться новые предметы. А я все собрал. Я коллекционный... А я не все собрал. А я не все собрал. А что я не собрал? Коллекционный предмет, это значит что-то... Это что-то, наверное... О. О. Добрый вечер. Еще что-то значит должно быть. Типа же он написал мне, что... Он же мне написал, что предметы не все найдены. Не понимаю. Но стойка пустая. Ведро пустое. Эта стойка пустая. Эта стойка тоже пустая. Наверху у нас баба резиновая была. Здесь у нас ничего нету, да? Да? Ну, хер с ним. Ну ладно, поехали тогда в ломбард. Посмотрим, что у нас получается в ломбарде сейчас будет происходить.
Да, я язык себе прикусил, сука. Ладно, поехали. Да, все, возвращаемся. Ну, предметы не все подобраны, блин, ладно, хер с тобой, поехали. И сейчас опять загрузка заглючит. За FPS, я не понимаю, что с FPS, а нет, он не показывает этот. Он сразу ломбард показывает. Так. Разгружайте грузовик, нажав кнопку на станции хранения. Используйте вторую кнопку действия, чтобы автоматически размещать предметы на полках. Откройте лавку днем, чтобы клиенты. В машине больше нет предметов. А. А я на полку разместил? Эй, тихо! Тихо. На станции хранения нет предметов. А как? Нету. А как здесь посмотреть? Станция хранения, ну. А, их мыть надо. А чё, чего надо? Стул, волк. Ну, это, так понимаю, собирать. Это надо помыть. Ага. Ага, а сколько у меня? Ну, давай задание выполним. Получается. Письма. Читать я не буду это все. Так, заказы. Все, хорошо. А, это готово, хорошо. Заказов у нас нет. А, это что такое? Работающий фонарик, топор. Каталог. Приложение комикса. А, комикс еще какой-то. Так, а что мне? А как мне это восстановить? Вот это я хочу восстановить. Во. Построить большую полку. Мне нужен какой-то пистолет, что ли? Чё, ничего не понимаю. Вот это мне надо. Обычный улучшитель. Недоступно. Сумеречный крылатый топор. Че, каталог какой-то? Че, ничего не знаю. А это что за стойка? А, во! Нормально. Вот топор мы купим. А, на двойку. О, а я думаю, что за звук? Улучшение стены. Ой, еще что-то. Так, это лопату надо. А что я подбираю вот эти веревки? А что они дают? Ну это я не могу сломать. Или курицу заебашить. Мячик. Дядя Билли что-то стоит. Че ты? Хо! А я не могу ее ударить, да? А, темно, пойду, короче, посплю. Пойду я, короче, посплю, наверное. Опа. Поход себе здесь расчистил, хорошо. Давай-ка мы пойдем. Поспим. Да. Да, давай глюч, давай. Вторник 7:00. Письмо. Здесь ничего нету. Ага.
Так, доски. Здесь поди, что есть. Что у меня в холодильнике? Опа, еда, которую я продам. А это не открывается вторая, да? Ну. Понятно. Мусорница была. А чё бутылок-то куча целая? Алло. Опа, это что такое? Страница комикса. Уху-ху, находка, ебаный был. Чё-то, а. Чё? Открой лавку, используя вывеску, иначе покупатели не придут. Да мне не нужны пока никто. Я хочу побегать по территории, понять, что у меня здесь происходит. Обломать все и вся. Может, что-то еще я найду здесь вся. Вон в углу, смотри. Ночью не нашел, а у меня вон, смотри, тут что лежит. Веревочка. Пойди на территорию, где мусор есть, можно поднять. О, видишь? Ой, господи, такие звуки тут страшные. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ладно. Дядя Билли. Ладно. Давай возьмем задание. Потом купим улучшатель. Так, эй, малыш, только что стартовал новый турнир торговый. Торгов Мика, пошли на склад мост, погреем там все финальные раунды и билеты на Гавайи наш. Если найдешь там машину Энджина, отправь ее кузену Кевину. Хорош, поехали. Главный центр. Купить, путешествовать. О, нормальный экран загрузки не тормозит, работает. Хорош, хорош. А чё мы куда? Ты не один. Да, я так думаю, один не пиздите. Чё вы пиздите, не пиздите мне. Петухи на загрузке какие-то. Используйте улучшающую пушку, улучшительную пушку. А чё? Склад, мост, особое мероприятие, Микко. Микко. Сразу берем топор. Это аукцион. Ваша цель — предложить самую высокую цену на аукционе. Повышайте ставку. А, так, аукцион-то мы знаем, что такое. Дракониха, блядь. Твой дядя воняет как пьян. Это чё? Себастьян, ладно. А ты кто? Саманта? Ну у вас хотя бы имена, она там дракониха, блядь, какая-то. Дракониха, блядь. Я сейчас так без аукциона выиграю, блядь, топором отпиздрячу и все. Даже разговаривать не буду. Приветствую, охотники за добром. Подожди, не до тебя. А зачем, кстати, мне это? Опа, нихера. О, бумага. Я вообще случайно сюда зашел. Прыжке продаю. Мусор-то куда продается? А, я застрял тут. Надо яркости прибавить. Хотя нет, нормальная яркость. Офигеть, как давненько не виделись. Пукер. Бля, что за имена-то? Пукер, дракониха. Все ли подобрал-то? Там что-то есть. Ну давай.
Аукцион. Ну чё, давай, работай. А, сюда надо что? Welcome to Miko Shop. See you later, partner. А как начать-то аукцион? Сюда? А, вот, да. Эй, молодежь, лови 600 бак. Нихуя, мужик, блядь. Давай. Давай поднимем сразу. Ебать они. Давай поднимаю, иди нахуй. Давай. Давай, давай. Ага, давай. Давай. Давай, давай, 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 давай. Давай, а там еще что-то внизу. Давай, что такое? Пол. Улучшение полов. Так, это продали. Продать, продать. Это продать. Продать. Ни хера тоже нету, да? Продать, продать. Колесо забираем. Двигатель на мотоцикл хорош. Двигатель на мотоцикл. Мне еще надо колеса ведь на него. Все здесь очистил. А, вот еще баночка стоит. А здесь все. Опа, плакатик. Так, тут у нас что? Это что? Опа, машинка. Гараж с машин. Гараж с машинкой. Во. Ароматизатор. А, это я подобрал. Что такое? Улучшение стен. Покрышки, колеса, диски. Машину. А как? Как машину-то буксировать? А, во. Магнитола, руль. Веревочка. Решетка радиатора. У тебя все, что ли? Канистра. Нормально. Оп, колесо от мотоцикла. Нормально. Там еще что-то внизу. А, вон есть лестница. Опа, плакатик. Ломается, 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 продается. Колесо забираем. Ого-го! Опа, двигатель. Здорово. Так, так, так. Найденный предмет. Найден нужный предмет. Забираем. А я могу сесть? Не садиться, да? Значит, прицелиться аккуратненько. Опа! Телевизор. Все? А, вон еще. О, все предметы забраны. Ахо! Ахо, блядь! Ахо, ахо! Все, надо тогда сваливать отсюда, получается.
Где предметы собраны, раз? Надо езжать. А, подожди, бочку в ебу. О. Все? Машина уедет отсюда. Все, погнали. Эй, не пизди давай, все, отстань. Я поехал в амбар. А, обустраиваться. Да-да-да, все, поехали. Бля, думал, он его сейчас, короче, полностью в пикап загрузит. Мне надо в амбарный, в кастный амбар сгонять. Там тоже поломать надо. Да, все, сломать нахуй, хуям. Ну чё? Так, надо выполнить задание. Так, бабки есть. Теперь мне нужен улучшатель. На четверке он. Что там, с помощью улучшательной пушки можно изменять мастерскую. С ее помощью вы можете изменять полки, стены, полы, плакаты. Стройте станции, чтобы чистить, чинить и собирать предметы. Ага. Волк. Здоров. Вау. Все, это убирай. Опа. Опа. А что у меня, кстати, там в этом? Ага, нихера у меня тут, кстати. Так, а, это ремонтировать. Это тоже ремонтировать. Мотоцикл собирать, собирать. Это мыть. Это тоже мыть. А у меня больше ничего нельзя улучшить, да? Сколько цена? Триста пятьдесят восемь. Нет. А, у меня есть большая полка. У меня две больших полки. А, нифига. А как я его продам? А, здесь сколько цена? 700. А, вот здесь, а, здесь собираем. Это что такое? Ремонтная станция. А, здесь ремонтируем, да? Понял. Понял, Опа, колесо. А, так мотоцикл-то можно полностью уже собрать. Тема. Надо, значит, будет сейчас собирательную станцию. И мощную мне надо. Ну, пойдем поспим, будем продавать там, посмотрим. Устроим наш... Первый... Иди-ка нахуй, не подсматривай за мной. Ха, чайник сломал нахуй. Ну что, пойдем спать? Получается, мы сейчас спим. Бля, дядя Билли с поросенком спит. Ебанюсь. Пойдем. Пойдем мы, значит, откроем наш... А как, кстати? Как открыть? Нажмите на клиента, чтобы начать продажу. Вы можете продать, отказаться от сделки или торговаться на лучшую цену. Не жадничайте, когда торгуетесь, иначе... Ага, понял. Будем, значит, торговаться. Что, ждем? С топором нахуй у входа ждем. Где? Кто? Чё? Кто? Давай. Давай. Давай торговаться. Ай-яй-яй. Давай торговаться. Ту-ту-ту. Хорош. Всё, продай. Забирай. Продать? Давай. Давай с тобой поторгуемся. А. Я не понимаю. А. Эй, хер с тобой, иди забирай.
Да. Я открылся, давайте, где люди-то? Мощную пойду лучше. А, блин. Давай, телевизор, торгуемся. О, хорош, попал. Торгуемся. Хорош, собирай. Мне сейчас любая копеечка нужна. Давай, забирай. Станция очистки Мика позволит вам очищать грязные предметы. Ну все, нормально, хорошо. Пошел нахуй. Тварюга, походу, был, да? Чук. А, на ту. Не ту кнопку нажимаю, блядь. Ну, любая копеечка нам, копеечка. Все, забирай. Давай, 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 давай. О, залупоголовый, давай торгуемся. Ты чё, охуел? Чё так мало даешь за стул? Ублюдок. Нету, да? Где? О, у машины. О, тачку сейчас продадим. Здоров. О, 1200. Хорош. Ай-яй-яй. Чики-чики-чик. Да, блядь, не получилось. А, ну 120, похуй. Забирай. И пиздуй к хуям. Для задания. Ну ладно, это мы разберемся. Вот хорош. Сейчас помоем здесь все. Здоров. Торгуемся. Лох, блядь. Ай, промазал. Рано. Че ты ржешь, я тебя на бабки разложу ржету. Чики-чики, бамбой, танцульки устраивают. А сейчас какая стена? А так она такая, ясно. Опа, где? Давай поторгуемся. А чё по 8 баксов? Чё ты мне так мало даешь? Давай ещё. Вау, 20 баксов, хорош. Давай ещё. Вот, вот, вот так вот, да, вот это нормально. Я тебя на 48 баксов наебал, понимаешь? Ты, женщина. Знаю, что никто не возьмется за эту работенку, кроме вас, ребята. Мне тут птичка напела, что знаменитого Буча можно найти неподалеку от тихого леса. Что скажете? Кстати, дядя Билли, ты еще торчишь мне 50 баксов. Принять заказ. Ладно. Ага, здорово. Давай, торгуем, ёпта. Ай, попал, хорош. Забирай. Забирай, иди нахуй, забирай все это. Давай. Вот как раз, наверное, сейчас торганем и закончим серию на этом. Да? А как сохраняться, кстати? Есть сохраняться? Загрузить последнее сохранение. Я не знаю, как сохраняться. А мне далеко не надо, кстати, уходить. А из херов ли я так-то в темную зону попал? Чё мне засчитал по светлую? Вот, 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 давай еще. Все, все, давай, 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 давай. Ну, блядь, не торгуется, не хочет. Ага, понял. Понял, давай. Еще 3 предмета осталось. Ну давай, где вы? А это что за ноль?
Наебал я тебя на бабки. Ты че ебать так близко, блядь? Я думал, ты наклонился, хочешь отсосать мне? Фу, блядь, противный какой, негр. Ну че? Еще надо, давай. Еще нужно. А, я понял, для чего, кстати, нужна веревка, вот эта, доски я собираю. Это, наверное, для ремонта. Да? Так, давай торгуем. Ай-яй-яй, бля. Ай-яй-яй. Промах, ладно. Забираю, ёбывай, отсюда. Все, магнитола одна осталась. Остальное надо сейчас ремонтировать, мыть, чинить, дрочить. Давай, 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 где вы, блядь? Там что-то еще. А, тут, опа, здоров. Все, давай, забирай свою магнитолу. А. А с хера ли желтая-то? Зеленая была. Блядь. Я тебя сейчас выебу, блядь. Ой, пошла нахуй. Почему я же в темную зону попадаю? Что, все продали, да? Ваши предметы, все. Все, все продано, мы закрыли, все отлично.